Обогатиться на здоровье югорчан не получилось. В Югре арестовали сразу двух высокопоставленных лиц. Сотрудники УБЭП установили, что 41-летняя вартовчанка, руководитель строительной организации, заключила договор на проведение капремонта двух медицинских организаций Нижневартовска. Затем она представила фиктивные документы о проведенных работах, хотя по факту они не были выполнены. В результате предприимчивая вартовчанка получила 26 миллионов рублей. Как выяснилось, действовала она не в одиночку. Ей покровительствовал один из чиновников. Он работал в том самом учреждении, с которым злоумышленница заключила договор. Бизнесвумен дала ему взятку в виде строительных материалов. Также при обыске дома чиновника полицейские нашли и изъяли более 2,5 миллионов рублей и около 2,5 тысяч евро. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям мошенничества и получения взятки. Оба фигуранта арестованы, им грозят большие тюремные сроки и штрафы.